белым-бело. Солнце скрылось, и потихоньку снежка прибавляется. Больше и больше снега идет уже. Похоже, наверху еще больше идти будет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот базар, видите, да? Мы пришли вот на базар. Я всегда вот здесь вот у Шахнозапу покупаю разные здесь специи. Ну, у нее здесь бывает параседана, черный тмин бывает, укропа, семена, петрушки. Вот, все такие специи у нее очень хорошие. Хороший черный перец хороший бывает, да, у нее вот. И еще она такая замечательная женщина, вот, Шахнозапа, она такая замечательная женщина, она нам такие советы хорошие дает. Салам алейкум, Шахнозапа. Алейкум ассалам. Как вы? Рахмат. Вот я хочу спросить, сейчас все болеют гриппом, да? Да, да. Амма грипп баланкасал, амма адамляр йоталяпта, все кашляют, температура. Что посоветуете, если человек вот так заболел? Как быстро избавиться от этого? Большинство людей у нас сейчас беспокоит кашель. И этот кашель, люди быстро им заражаются, но от него трудно избавиться. Чтобы освободиться от кашля, необходимо парить ноги в горячей воде 15-20 минут. После растереть ноги 40% спиртом и нарисовать йодные сетки до щиколот в виде носков, так как на ногах, под ногами, находятся точки проекции легких. И по мере согревания начинается выход мокроты. Кроме того, возьмите на стакан горячей воды имбиря и куркумы. Куркумы – 1 чайную ложку и 1/2 чайной ложки имбиря. Добавьте немного меда и отжатого сока лимона. Одновременно прогревая ноги и принимая горячий настой, кашель быстро поддается излечению. Мокрота разжижается и будет изгоняться из бронхов. Кроме того, 3 раза в день до еды необходимо принимать семена черного тмина по 1/2 чайной ложки. Сперва переживать и затем запить горячим чаем или горячей кипяченой водой. На ночь растереть грудную клетку и верхнюю часть спины 50% спиртом, после чего нанести смеси барсучьего и бараньего жира растирающими массажными движениями и пить отвар. Ну, большое вам спасибо. Котта рахмат сизге. Шахнозапа. Сау болин. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Думаю, да, нашим подписчикам всем этим советы очень-очень пригодятся. Я очень рада. Огромное спасибо. Также вам спасибо.